На текущую сессию предлагается проект решения об оказании материальной помощи 82 жителям города Мариуполя, пострадавшим в результате террористического акта, на сумму 2 986 725 гривен. Это 29 домов массива Восточный, 516 028 гривен, 45 квартир массива Восточный, 2 158 999 гривен и 8 домов поселка Виноградного, 313 698 тысяч. Для справки, на контроле остается для внесения на следующую сессию, на следующие сессии, еще 44 пострадавших и ориентировочная сумма помощи 570 гривен. И опять же, для справки, это те граждане, которые сейчас выехали, которые пока мы не смогли найти, которые не смогли предоставить пакет документов. На сегодняшний день уже выплачено 10 373 063 гривни, плюс сегодняшняя сессия в результате положительного решения 2 986 727 гривен и на контроле ориентировочно сумма на 5 миллионов 700 тысяч. У меня все. В одном случае 570 сказали, в другом 5 миллионов 700. Это 5 миллионов 700. Это ориентировочно тех, кто еще, до кого мы не дошли, и они до нас не дошли по причине, потому что часть жителей выехала. Я, Юрий, я прошу прощения. 570 тысяч. 570 тысяч, до которых не дошли. Ты взбодрись. 5 миллионов 700 тысяч. 570 тысяч. Ориентировочно 44 пострадавших.